Вики – это подарок судьбы для любой балерины. Это очень интересная работа. Она в корне отличается от многого того, что я до этого делала. Это совсем иная героиня. Это другой размах. Это большая, серьезная роль. Это настоящее полотно. Балет «Баядырка» не то, что, наверное, самый любимый, это один из любимых моих спектаклей. Это первая крупная роль, с которой началась моя карьера как балерины. И эту партию мне доверил Юрий Николаевич Григорович, когда я работала всего третий сезон в Большом театре. Я танцевала, была молодая балерина и совсем не ожидала, что именно мне выпадет такая честь танцевать премьеру. Я очень рада, что со мной именно в этой партии сейчас, как никогда, помогает Надежда Грачева. Это мой ангел-хранитель, это человек, которого я очень люблю. Это балерина, на которую я хотела бы быть похожей. И ее Ники – это мой эталон. Я очень хочу оправдать ее надежды в этом спектакле. Ники отдает себе отчет, что она баядырка, что она жрица, что ее призвание и суть – это служение Богу, и что любовь – это то, чего она не могла себе позволить. Но, тем не менее, она влюблена, и она любит, и это не просто прекрасное чувство, это суть ее жизни. Она любит по-настоящему. Передо мной стоит задача изобразить, а скорее понять и прочувствовать боль настоящей влюбленной женщины. Это очень-очень взрослая роль, это очень взрослое чувство, и это очень глубокое чувство. И если мне удастся донести его до зрителя и проговорить своим телом, своей душой, мимикой тот текст, который до меня сейчас пытается донести Надежда Александровна, то, пожалуй, я смогу тогда сказать, что, в принципе, что-то у меня получилось. Thank you.
трепетом отношусь к этому балету. Мне хочется как можно больше рассказать, объяснить, какая же все-таки Никия на самом деле. Балерины все разные, все будут по-разному танцевать свой спектакль. Поэтому, естественно, конечно, я не буду настаивать на чем-то. Да? Я пытаюсь только донести до каждого артиста, а постарайся быть самим собой. Если любить, то любить по-настоящему. Если страдать, то действительно страдать так, что все внутренности твои должны вот прям выходить из тебя до такой степени, это больно. Только в этом случае до каждого зрителя, кто сидит в зале, дойдет искреннее чувство. Сейчас в большинстве случаев я не совсем могу сконцентрироваться и попасть в правильное настроение, поэтому даже в течение дня я пребываю в каком-то таком, нельзя сказать унылом настроении, но точно в задумчивом. Я каждый раз пытаюсь себе ответить на вопрос, как можно простить, как можно понять, как можно смириться и, не знаю, подавить в себе ту боль, которую испытывает главная героиня, оказываясь на свадьбе своего возлюбленного. Как ответить себе на эти вопросы и как правильно эмоционально донести это до зрителя? Ключевым моментом, я считаю, в этом балете сцену с корзинкой. Мой педагог Надежда Александровна Грачева, она очень мудро объясняет и показывает мне этот отрывок, и она придает ему очень большое значение. Донести и пересказать ту боль, которую испытывает главная героиня в момент появления на свадьбе своего возлюбленного, это, на мой взгляд, очень сложная и для многих невыполнимая задача. Потому что в большинстве случаев балерины с восхитительными возможностями физическими и даже актерскими не всегда попадают в точку в этом главном ключевом моменте балета. Раскрыть свою душу, настолько раскрыть свое сердце, чтобы тебе поверили, очень трудно. Удачи ей, я верю в нее, у нее все получится. Thank you.
руки в первую позицию собери, подними себя. Вот так. Вот так. Все свои знания и вложу всю свою душу и сердце в то, чтобы прожить, прочувствовать и приблизиться к тому, что ощущала моя героиня. Это настолько сейчас интересует меня, это настолько занимает мой разум, мое сознание, мое сердце, что я не могу не поделиться, не сказать о том, что как я счастлива, что этот драгоценный материал попал ко мне в руки.